Вспомнить о самых крупных терактах и уметь предотвратить их. Для студентов Самарского государственного технического университета открылась фотовыставка «Помнить, чтобы жить». Учащиеся могут ознакомиться с тремя информационными стендами. Первый рассказывает о хронологии самых крупных террористических актов, которые были в России. На втором стенде собраны воспоминания свидетелей и участников тех событий. А третий содержит информацию о мерах ответственности за подобные преступления. Важно помнить о трагичных событиях, которые уже произошли, но и важно понимать и знать, как действовать в настоящем. К сожалению, от беды заречься нельзя. Поэтому все эти важные идеи, все эти важные посылы, все фотовыставка носит. В хронологическом порядке она составлена и рассказывает о самых трагичных событиях, которые коснулись наших жителей страны. Информированность, эмоциональная включенность позволяет молодежи стать более бдительными, более активными. Помнить о тех людях, которые положили свою жизнь за то, чтобы мы жили своей спокойной, мирной жизнью. Возможно, посетив данную выставку, они будут активнее отслеживать в социальных сетях какую-то информацию, что кому-то требуется помощь. Возможно, сдать кровь, возможно, организовать какую-то гуманитарную помощь, поддержать информационно. Возможно, они будут более внимательны к своим товарищам. Главное, сформировать у них стойкое убеждение, что оправданий террористическим актом, оправдания террористическим действиям нет. В рамках фотовыставки «Помнить, чтобы жить» для студентов пройдут лекции, направленные на профилактику терроризма и экстремизма. Занятия проведут психологи, юристы и сотрудники правоохранительных органов. Я очень люблю нашу родину, я очень люблю нашу Россию, и я считаю, что такие выставки, они необходимы для просвещения молодого поколения, для того, чтобы люди узнавали, что на самом деле происходит, и также прививали как и патриотизм, так и любовь к родине. Я считаю, что настоящая экспозиция должна стать напоминанием тому, чтобы мы были бдительны и понимали ценность объединения усилий в создании безопасного мира. Это станет хорошей площадкой для диалога, для генерации новых идей, для понимания того, что безопасный мир, он в ваших руках. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, проходят во всех образовательных организациях города. Августина Охременко, Игорь Казановский. События.